Дети пассажиры в 2015 году становились жертвами дорожно-транспортных аварий реже, чем в году минувшем. Тем не менее, от печальной статистики никуда не деться, говорят в госавтоинспекции. К сожалению, в текущем году у нас имеется уже два погибших ребенка, которые были пассажирами транспортных средств. И достаточно большое количество человек, 124, получили ранения. Такие митинги памяти жертв ДТП в Орле проходят каждое третье воскресенье ноября. В этом году вспомнить два детских имени орловчане собрались накануне, 14 ноября. На мой взгляд, вот это мероприятие должно показывать жителям Орловской области и жителям других регионов, что нужно все-таки соблюдать правила дорожного движения, не спешить на дорогах, пропускать друг друга. В митинге памяти у памятника Лескова в субботу приняли участие несколько десятков орловчан. Ежегодно в России погибает более 20 тысяч людей и более 1 тысячи погибает детей. После официальных речей у собора Михаила Архангела заложили аллею. Первые два дерева здесь появились по числу погибших детей под колесами авто, а 124 белых шарика улетели в небо в знак памяти пострадавшим в ДТП. Виктория Юркова, Владимир Ноздрачев, телеканал «Первый областной».